Наша семья у Беларуси не отчувая и не зауважая войны. Дарья Домрачева захотела нарожать другую дачку Миру на родиме, тому з лета разом со своим мужем живе у Беларуси. Про гэта Берундалин распавел на пресс-конференции у родной Норвегии. У Осло Улі довелось отказать на пытанне про войну в Украине и переезд у Беларусь. Подзяюся, война скончится як мага хутчэй, все вернется у норму. Наша семья у Беларуси не отчувая и не зауважая войны, інакш нас бы там не было. Але вядома, люди там не покоятся гэтым, гэтак жа, як і ўсюды. Яны хочуць спакою. Падрабязней чытайце на сайце Трыбуны, а ў каментарах пішыце, што думаеце наконт гэтага выказвання.